Новый год вот-вот наступит, и Дедушка Мороз как раз готовит для вас подарки. Он же пообещал переехать к вам на утренник. Это демонстрационная версия звукового сопровождения. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? Твои веки тяжелеют, и ты засыпаешь. А, не я. Ты засыпаешь. Дедуля забывает про утренник. Дед очень устал и хочет на курорт. У дедульки радикулит. Это демонстрационная версия звукового сопровождения. Ох, что-то я устал. Да и надоел мне этот Новый год, эти утренники, подарки. Я уже лет 200 на пляже не загорал. Решено. Я еду это на курорт. Это демонстрационная версия звукового сопровождения. Дедушка, что с тобой случилось? Это опять про девки Бабы-Яги и Кощея. А в это время на другой окраине леса Кощей и Яга радуются своим проделкам. Чтоб тебя на самом интересном месте. На этот раз подарки точно будут наши. Чтоб они провалились. Да что там подарки теперь? Весь лес у нас в руках. Полу! Это демонстрационная версия звукового сопровождения. А может быть ворона, а может быть собака. Гав-гав-гав, ой. А может быть, коза? Да что? Ты чего хнычешь? Птичку жалко, чтоб она провалилась. Это демонстрационная версия звукового сопровождения. А вы тут как хотите, а я покупать путевку. Так, чтоб все было включено. О, надо еще крем для загара прикупить. О. Что нам теперь делать, зайчик? Как же детишки будут без новогодних подарков и Дедушки Мороза? Нужно идти к мудрому филину. Он точно подскажет, что нам делать. И отправилась Снегурочка и Зайка в самую чащу дремучего леса просить помощи у мудрого филина. Зайка, посмотри, какой ужас! Баба-Яга с Кощеем уже весь лес околдовали. Одна надежда на мудрого филина. А вот и его дерево. Это демонстрационная версия звукового сопровождения. Мудрый филин, подскажи нам, как разрушить колдовство Бабы-Яги? Вам нужна водица. В водицу всяк глядится. Ничего не понятно. Что же это может быть? Филин всегда говорит загадками. И что же нам делать? Зайчик, пойдем побыстрее домой, пока Яга с Кощеем и нас по дороге не околдовали. А вось что и придумаем. Море, море, мир бездонный. Это демонстрационная версия звукового сопровождения. Операция перехват! Прощай, Снегурочка. Заяц, ты больше не заяц, ты волк. Вот кто. Ну, заяц, погоди. Водицу всяк глядится. Это же зеркало. А ну-ка, Снегурочка, отправляйся вслед за Старичком Морозом на курорт. Это демонстрационная версия звукового сопровождения. Кощеюшка, ты знаешь, я так устал гоняться за подарками. Поехали отдохнем на море. У меня что-то радикулит вот разыгрался. А поехали, Ягуся. Мне тоже не мешало бы косточки свои бессмертные погреть, чтоб они провалились. Ура!
Я перерасколдовался! Спасибо мудрому Филину! Зайчик, это демонстрационная версия звукового сопровождения. Нам нужно спешить к детям на праздник. На море поедем летом, а сейчас надо спешить к детворе на новогодний праздник. Полетели! Ура! С Новым годом! Это демонстрационная версия звукового сопровождения. Щеюшка, мороженое будешь? Это что-то мне не хочется. Ягуся, ты главное загорай побольше, пока курорт не закрыли, чтоб он провалился. Ура! С Новым годом! Каждый из нас ожидает от Нового года чудесной сказки. Главное, верить в это всегда. И тогда она обязательно придет в нашу жизнь. Ку-ку, ой, то, карр, карр. Устроили тут битву экстрасенсов хулиганы. Ой, детишки смотрят. А, с Новым годом вас, детишки.